Всем большой приветик! Вы на канале Creative Heaven. Мы продолжаем марафон обзоров на раскраски. И следующее на очереди у нас это температура любви. Недавно я ее получила с AliExpress, заказывала, пришла в идеальном состоянии. И давайте же смотреть. Обложка здесь мягкая. Так, дальше, поехали. Здесь у нас плотная достаточно бумага, она гладкая. Скорее всего, для акварели не очень будет хорошо, ну, то есть, если акварель с флокуляцией и с грануляцией, то здесь оно не будет так сильно срабатывать, но я еще не проверяла, поэтому это не точно. Здесь тоже есть цветные варианты раскрасок. Мне почему-то такие нравятся больше. На английском написано название «Temperature of Love». Так. И здесь есть в этой раскраске, что мне очень нравится, так это примеры то, как нужно раскрашивать. Здесь, конечно, все на китайском или на корейском языке, не проверяла, не знаю. Но, в принципе, именно по картинкам можно, в принципе, понять, что к чему, зачем и как. В общем, это несложно. Но и перевести, в принципе, тоже должно получиться. Но не факт. Раскраска у нас, я забыла, смотрела ее или нет, на склейке. И мы попозже там дальше проверим с вами, возможно, она еще и прошита. Что мне нравится еще в этой раскраске, так это здесь пример карандашей призма. И это очень удобно. Как раз, в принципе, призма есть практически у многих. Ну и плюс наименование. Не только цифра цвета написана, но и название цвета. Если нет у кого-то призмы, да, то, в принципе, какие-то карандаши, в которых есть наименование карандаша цвета самого, то можно будет подобрать что-то подходящее. Это очень мне понравилось. Здесь не только портрет показывает, как рисовать, но и цветы. Тоже достаточно интересно, удобно. Надо будет с призмы, скорее всего, и начать попробовать в этой раскраске. Посмотрим, что будет. Ну и вот у нас приветственные две иллюстрации. С одной стороны девушка, с другой стороны парень.
Обзор из красок — это тоже сложное дело. Как оказалось, просто так не бывает. Но я боюсь ее пока что, она новая, я не хочу ее раскрывать на полную силу, да, полную мощь, поэтому стараюсь так показывать. Конечно, уж полностью иллюстрацию не видно, но да, раскраска прошита точно, все, я вижу, что она прошита, значит, она у нас не должна будет развалиться. Ну, в общем, вот такие у нас получились иллюстрации. День-ночь, прикольно, можно типа разделить. Любовная история у нас подходит к концу. Все, это была последняя иллюстрация. Здесь эпилог у нас уже идет. Вот так получилось. На этом наша книжечка заканчивается. Обзор тоже. Если он вам был интересен и полезен, то это хорошо. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И всем пока-пока. До новых встреч.